Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Приехали тушить пожар в квартире граната. Накануне в Гомеле сотрудники экстренных служб эвакуировали людей из многоэтажки на улице Сосновой. На месте вызова спасатели выяснили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. В ней находился пенсионер, а его сына успели вытащить из огня соседи еще до приезда экстренных служб. Предположительно, неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в квартире, произошедшего накануне вечером в областном центре, в результате которого два человека были спасены, один из которых работниками МЧС, 26 человек эвакуировано, в том числе трое детей. Именно поэтому призываем граждан внимательно относиться к безопасности, ведь от этого может зависеть не только их собственная жизнь, но и жизнь окружающих. Эвакуация жильцов понадобилась из-за гранаты, которую обнаружили спасатели в тумбочке, когда проливали водой мебель. За находкой приехала саперно-пиротехническая группа войсковой части 55-25. Прибывшие на вызов военнослужащие внутренних войск установили, что обнаруженный предмет является учебной гранатой F1 с учебным запалом. Впоследствии она была изъята для проведения экспертизы. Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают, откуда у мужчин появился учебный экземпляр ручной гранаты. Светлогорская милиция рассматривает факты хищения денег в социальных сетях. Несколько человек лишились своих кровных из-за доверия к фейковой рассылке сообщений. Схема кажется стара как мир. Учетная запись страницы пользователя взламывается, а затем с аккаунта рассылаются месседжи, в которых мошенники от имени законопослушного человека просят его друзей срочно выслать данные или фотографии своих банковских карт, чтобы можно было на них перевести деньги. Просьба объясняется тем, что свою карточку их знакомый якобы случайно потерял и при помощи перевода хочет сохранить свои средства. Но как только жулики получают данные, с карт доверчивых друзей мгновенно списываются все деньги. Милиция просит граждан проявлять бдительность. Рекомендуем обезопасить свой профиль в социальных сетях, изучить настройки безопасности и воспользоваться услугой привязки страниц или аккаунта к номеру телефона. Не реагируйте на рассылки друзей из социальных сетей, не фотографируйте, не передавайте другим лицам свои паспортные данные, номера карт и номера телефонов. Накануне сводка ДТП пополнилась новыми авариями. В Гомельском районе неуправляемый Mitsubishi Lancer спровоцировал столкновение на встречке. Авария произошла на автодороге Р-150 Гомель-Хутор. Mitsubishi потерял управление, ударился об ограждение, столкнулся с Фордом и вылетел в кювет. В результате аварии пострадали 21-летняя девушка и водитель Лансера. Их доставили в реанимацию. А в Житковичском районе в хирургическое отделение попали водители пассажир автомобиля ВАЗ. В легковушку врезалась фура, когда 99-я выполняла разворот. Таков обзор происшествий за сегодня. Следите за ними вместе с программой «Де-факто». До свидания.